Я на Шри-Ланке, тут цивилизация, тут есть магазины, открытое кафе. Есть кафе, Ольга? Клёво, наверное. Улица удупила. Так вот, тут есть кафе, магазины, мопеды на прокат. Тут можно ходить по улицам, не переступая через собак и коров. Мне тут уже нравится. Честно говоря, за Индию мы так устали, что первые пару недель на Ланке занимались блаженным ничем. Ну, то есть как ничем, много работали, периодически выходили поесть и обязательно гуляли вдоль океана, потому что большая часть Ланки — это береговая линия, это потрясающие закаты, рассветы, прибои, волны, ну вот это все. И вот так они приходят каждый день, сидят тут и жрут. На плавке вроде не покушаются, на том спасибо, но стаканчик со столика взяли и выкинули нафиг. Я тут понял, что я мало уделяю внимания местной еде. Местная лангийская еда. Блинчики. Из макрошек называются хопперы, string hoppers. Эта штука называется дау, вареная чечевица. Это просто острая специя. Все очень вкусно, полезно, наверное. Клевая здесь кухня, мне нравится. А вот так готовят национальное лангийское блюдо готту, то бишь рубленые блинчики с начинкой. А это какой-то детский парад в честь какого-то праздника, в общем, я не очень понял, что это было, но было прикольно. И вот так 2 недели. И еще. И еще. Хорошо, надо работать. Не прошло и 2 недели. Нет, прошло 2 недели, мы выбрались, приели родной мирис и приехали в Гале. В Гале есть форт, это все, что я знаю о Гале. Форт Гале построили португальцы в 16 веке. А в 17 веке его перестроили голландцы, поэтому он считается голландским фортом. Это крупнейшая европейская крепость в Азии, объект мирного наследия ЮНЕСКО, а сейчас это еще и средоточие огромного количества туристических магазинов, ресторанов, бутиков и просто красивых видов для фото. А потом я наступил на морского ежа. Знаете, что самое противное? Оно даже не болит. Просто вытаскивать все эти иголочки, тот еще геморрой. Но теперь я знаю, что такое наступить на морского ежа. Это больно, не повторяйте этого дома. Вообще нигде этого не повторяйте. На сегодня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а за окном меня уже Индонезия, но это спойлеры.